Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, кто-то Фокси, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Санбокс, пацаны, говорите привет. Всем привет. Привет. Сегодня у нас будет рубрика SCP гоняется за нами, и мы не будем медлить, мы сразу сделаем трэш. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, вот такого вот плана. Так, они не знают, куда дальше бежать и за голову держатся. А я вот побегу сюда. А что ты цыкаешь, да? За мной 5 скромников. Ой! Ой, блин, они сзади стояли! Они, короче, окружили всю карту. Так, дальше выживаем. Серега, ты где? Я на спауне тут. А что они тебя не трогают? Не знаю. Может, посчитали за своего. А ты похож на скромника? Да, есть немного. А нет, вот 2, 3, 4, 5. О, ё-моё, сколько сагривалось. Я бегу. А я бы не коплю. Я текаю, Дима. Я воду, по-другому никак. Они воду, кстати, не падают, они просто ссыкают. Кстати, ребята, напишите в комментариях, боятся ли скромники воды в реальной жизни? О, конечно, их в реальной жизни нету. Они хотели меня убить. Но я остался живой. Это было очень-очень близко. Не, кстати, они в воду очень активно бегут, но плавать не умеют. Меня твой скромник поджидал. Да, он может. Ой, ой. Только не лагай, не рабочий стол, нет. О, удалились. Так, знаете, что я подумал, из-за чего лагало? Из-за того, что они друг в друге сильно сидели. Потому что в воду зашли. Ой, мама мия. Это немного, это вот столько. Рекомендовано немного. Так, пацаны, вы просто смотрите на них всех, и вы будете жить. Я чувствую, что нам повезет. Так. А я чувствую, что нет. А чё они не дамажат? Я теперь 100% выживу, Димас, посмотри на меня. Делай как я. Я сел на одного из них, и теперь мне ничего не будет. А так можно? Ну да, я вон у него на голове сижу, видишь? Так, подожди, тут их очень много. На спауне. Во! Кстати, а чё вы? А давайте вы отвернетесь. Ну, я отвернулся. Сейчас, я тоже попробую сесть, пацаны. Сейчас. Я знаю, как это сделать. Есть, я сижу. И чё теперь? И что? Не знаю. А что происходит? Просто голову сидим. Вверх поднимите все. А точно, поднимайте голову вверх, будем двигаться. Не? Нет. Нет. Почему нет, я не знаю. Нет, вот эти двигаются. О, я вижу. Кстати, они должны нас были убить, но они почему-то нас не убивают. Да, они уже все тут, смотрите. Пацаны, челлендж. Выживи. О, я буду по головам ходить и жить. Танцуем на головах. Прощайте, я пошел, я хочу жить. Я не буду смотреть специально. Мастер, подожди меня. Давайте, кто отвернется, тот мужик. Ну я за тобой бегу. Конечно, мужик свалил сам в 3-9 земель. Так, конечно, я су. Секунду. О, погнали. Вот сюда они точно не придут. Наверное. Ой, тут так темно. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем по красоте все. Чпонькс, чпонькс. Ну все, теперь точно привлечешь их. Не-не-не. Ой, прикольно. Что я не так, помню этих ходов. Извини, Фредбери, я тебя убью, чтоб они это... Так, а что они нас не убивают? Просто стоят. Потому что на них 3 человека смотрят, и они... Ой, ой-ой-ой, начали двигаться. Я отвернулся, я несу. Ладно, су. Ого, они как шахматы какие-то, быстро так двигаются. Абсолютно все. Так, давайте мы сейчас ускорим процесс, чтобы немножко было интереснее. Мы еще поставим всего-навсего парочку чумных докторов. Все, лимит, больше нельзя, потому что, скорее всего, вылетит. Так как у нас еще очень много людей играет. Ой-ой-ой. Серега, бежим. Неси. Ого! Толпа идет.
Ой-ой, они там падают, между собой дерутся. За мной тупо 80. Ого, тут зомбаков. 49-й убил. Так, идут. Кстати, знаешь что, Серега, они статую заражают, походу. Но они статуя ее точно... Статуя станет зомби? Но они ее ломают точно, потому что она боком падает. О, говно. Вот это мы тут учудили, вообще жесть. И еще раз. Я хочу жить. Отстаньте. Так, так, так. И здесь стоят. Серега, ты на голове сидишь, да? Так, лимит сработал. Сработал лимит. Поэтому а больше бомбу? Нельзя. Я хочу с неба парочку штук сбросить. А потом уже в конце эпический взрыв сделаем. Так, для начала мои самые любимые бомбы. Это вот эти вот. Ой, все, нам хана. Не-не-не-не-не. Мы останемся жить. Но не на этом свете. Рабочий стол? Нет. Да. Остался кто-то живой? Давайте посмотрим. Я нет. Я всех чумных докторов замочил, представляете? Ни одного не осталось живых. Надеюсь, до ядерки не дойдет. Не, не дойдет, конечно же. Дойдет. Так, ладно, Серега, сейчас я еще поставлю. А может, не надо? Надо, надо. Давайте испытуем их. Так они же моментально стопнут. Нет, нет. Да? А мы не сильную бомбу на них сбросим. Мы слабую сбросим бомбу. Все, больше не буду. Сам скинул 100 штук, как всегда. Ну-ка. Ой-ой-ой. Красиво, да? Шашметки летающие валяются. Напалмовые бомбы. Да. Хорошо, давайте таких парочку сбросим. Добьем, я вижу, там еще кто-то остался живой. Или нет? 3 человека. Ого! Все, теперь точно всех добил. Вот это да, просчитывается. Я тут ой, пока бомбу подготовлю. Давай, давай. Ой, а че они нас убивают? Потому что ты бессмертие не включил. Так я выключил ими это, ты... Я ж выключил им искусственный интеллект. Не? Не работает это так? Эй, прекращайте, мужики! Хорошо, 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 Серега. Виноват, не так сделал. О, стоит на месте теперь. Давайте тогда этих... О, давайте марионеток. Всегда я хотел... Я уже все подготовил. Я понял, Серега, марионетки уже приближаются. Нормально пойдет. Давайте еще увеличим лимит. Настройка песочницы. NPC. Серега, я хочу, чтобы они все уничтожились. Все. Взорвутся. Все, все готовы. Да, 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 да. Готовьте, сейчас будет бада-бум. Давайте в притирку. 2. Бум. Серега, они живые. А почему их не дамажит? Сейчас нифига себе, ты мега эпический взрыв запилил, а им ничего. Сейчас исправим, Дима. Сейчас, сейчас, сейчас я отлечу, потому что у меня дамаг проходит. Ого, через всю планету что ли дамаг проходит? Так, на арене так не получилось взорвать. Попробуем взорвать. Боньку. Побольше бонек. Все, это лимит, больше нельзя. 3, 2, 1. А где она? А где бомба? А вот. Воу. Они все живы. Знаешь, может, в какой-то прикол в том, что я ему вот это подключал, все. Ого, они побежали. О-хо-хо-хо, толпой. Нифига себе, 60 этих бежит. Давайте почищаю немножко, то сильно много. Серега, раз ты не можешь, сделаю это я. И у меня есть для этого все средства. Держите, получите.
Абсолютно все живые. Да? А чё, мы что-то не так делаем, может? Ой, не то нажал. Хорошо. А чё надо тогда? Давайте вот этих. Чё они не идут? Я сейчас всё исправлю, Серёга. Оу. Я исправляю. Они умирают? Вы что, издеваетесь? А почему? Да что за баг? И убили все равно. Бомбы в воздухе зависли. Что за говно? Да хватит меня мочить, я же обычный человек. Димас, твои бомбы не помогают. Давай-ка я поп. Давай. Ого. Серега, я тоже бомб набросал, и ты? Да, и я. Вот это да. Живые, да? Получается, их ничем не убить. А знаешь, чем мы проверим, можно их убить или нет? А где они? Чем же? Мы их убили! Ура, наконец. Знаешь, что я хотел проверить? Админский пистолет уже. Один остался. Они не убиваются? Нет. А как мы тогда тех убили? Не знаю. А что такое? Может, они исчезли? Мы их на молекулы разорвали? Да, может, они под водой? Нет, под водой они бы это взорвались бы. А вот я их удаляю. То и Бонни, а их нету нигде на карте. Ну, значит, они... в бункере спрятались. В скайбоксы улетели, думают, ну нафиг, валим отсюда. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!